Ярмарка профессий прошла в Одинцовской средней школе номер 1 в рамках партийных проектов «Старший брат» и «Локомотива роста». В ней приняли участие ученики 9 и 11 классов, а также их родители. На ярмарку пригласили представители 17 колледжей и техникумов. Они рассказали ребятам о специальностях, которые есть в учебных заведениях, правилах поступления и других нюансах получения профессионального образования.